Всем привет! С вами Гамблтин, с вами Коля Кухарт. И 12-е Final Fantasy продолжается уже шестой стрим. Мы прошли больше половины игры, что в принципе радует. Я все надеюсь за десяток стримов уложиться, но вот вообще хрен знает. Ах, а я забыл вот что открыть-то. Вот одну страничку полезную. Здорово всем, кто пришел. Привет, Колян. Кстати, Колян, в ремастере FFX2 есть костюм школьницы для твоих девочек. А там же, да, там же ведь... А, именно, подожди, именно в ремастере? Ну, я в обычную даже иксовую, вторую, очень так... Ну, так, я в нее часов 6 поиграл, и что-то она мне вообще... Вообще никак. Просто набор мини-игр и... Ну ее нафиг. Там добавили в ремастере костюм школьницы? Специально? Финалок, я сам не ожидал, что сегодня будет финалок на самом деле. Так, а где мы остановились-то? Мы остановились, значит, так, там завалили этого мужика. Лес мы прошли с муглами. Побережье Ефон. Вот где мы остановились. Так, я не все понастроил, просто как для обычного стрима, но тут же необычный стрим. Так, это сюда. Это вот так. О. УГЦ. УГЦ. Я насчет УГЦ ничего не знаю, мне Паша ничего не написал, даже до сих пор у меня от него сообщения нет, поэтому я не в курсе насчет УГЦ, все зависит от Паши. В интернациональной версии PS2 добавили ремастер на основе интернациональной. А, ну тогда понятно. Ну да, они в интернациональных любят всякие плюшки прикольные добавлять. Звук. 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 Погнали. Много чего мы тут вообще попропускали на самом деле. Можно тут побегать везде, по охоты хотя бы даже повыполнять, всякие задания дополнительные. Ну посмотрим по ходу дела. Короля бомб завалил. Я не завалил его. Вот в этом-то проблема. Я просто пошел дальше другим путем. Мне муглы открыли другой путь, что мне. Все. Жопа Франк подождет. Побережье. Да, ускорение врубаем. Блин, эти летающие птицы. Птицы, блин. У нас по карте там. Угу. Я так в последнее время пробегаю всех этих обычных мобов, что я скорее всего чую отстану по уровню развития. Придется где-нибудь качаться. Ну, например, вот этих звали я. Все вполне нормально. Но урон они все равно мощные. Не прописывают. По наведению ремастере там добавили возможность добавить любых монстров в свою группу вместо девочек. Серьезно? А это будет как скин или как что? А, вообще это ведь кусты, наверное, да, для чокоба. Нас тут не пускают. Ускорение-то очень хорошо, но, блин,
немножко ты теряешься в пространстве, все мелькает. Ладно, привет, ребята, Костя тебе. Дельный привет. Сколько проходит? Хрен его знает. По сюжету мы проходим 5%. Но сюжет здесь ведь это не все. Я вот этих локаций же даже не особо помню. А эти что-то накладывают, да? Бегают. Именно на монстров, на вражеских, походу. Ай, блин, Эш-то сдохла. Подожди, во-первых, убери... ускорение. Значит, тут выбор, что ли, большой? Беги. Что сегодня деградация? Ну, я пока из мультиплеера вышел. Ребята там сами играют без меня. Деградация, если вообще Европка, конечно, будет. Воскресенье. За Арагон. Европа никуда не денется. Надо, блин, настроить, чтобы они еще и по летающим как-то били. Ну, допустим, гамбиты. Ван. Это понятно, атака. А флайн какой-нибудь... Летающие здесь есть. Стрейч, Magic, Speed, Defense. Все не то. Блин, если есть, у меня пока нет такого гамбита. В любом случае, наверное, у него и магии-то особой нету. Да ни хрена он не умеет. Поэтому ему, если только давать оружие какое-то. Здорово, Антон. Я тебя вчера услышал где? Я как бы, ну, я обычно чатик читаю. Ну, иногда, конечно, получается не очень, но в основном я стараюсь все сообщения зачитывать. Здорово, Иван. Кими. Кими, тебе отдельный привет. Напарничек. Доберман сразу. Иван, тебе тоже. Здорово. Что это как-то оно все медленно. Где-то так, как будто эмулятор не справляется. Но зато он все равно он может. На скорости этого, кстати, незаметно. Ой, блин. Так на птицу сагрилы. Дура. Валим. Остров? Не, остров. Не, я его, конечно, добью, но уже на следующей неделе, завтра. Точно стрима не будет. А воскресенье гонка. Потом и финалка. Фу, Европка. Why the capital? Что за столица? Что про столицу? А, почему именно столица?
Нищицит, я должна его уничтожить. Ты в этом уверена? Тебе себе забрать не хочешь, а использовать его силу, чтобы восстановить Далмаску? Что-то в этом роде. Лучшее намерение приводит к худшим проблемам. Постоянно жаждущий еще большей силы, ослепленный нефицитом. Такова я в твоих глазах? Описание подходит под одного человека, которого я знаю. Он был одержим нефицитом. Его ничто больше не заботило. Он нес какую-то несуразицу. Не видел и не хотел видеть ничего, кроме силы камня. Он постоянно говорил о какой-то Эйне и Вейне. Неважно. Все, что бы он ни делал, было для того, чтобы приблизиться к нефициту, понять его. Он создавал воздушные корабли, оружие. Он даже сделал меня судьей. Ты был судьей? Это часть моего прошлого, которую я охотно бы забыл. Недолго это длилось. Я сбежал, я оставил судью и его. Сидольфус, Демон Бунанза, личный доктор Сид в лаборатории Дарклор. Когда он отдал свое сердце нефициту, он потерял себя, и я думаю, тогда же я и потерял отца. Вот так вот. Такие вот подробности раскрываются. Не иди по моим стопам. Я убежал. Я не мог вынести этого зрелища. Он был рабом камня. Вот я и убежал. Наконец-то освободившись. Смешно. Я ведь собирался украсть осколок сумерек. Откуда мне было знать, что он окажется нефицитом? И потом встретил тебя. Столько беготни, но я ни к чему еще и не пришел. Пришло время покончить со всем этим. Время сжечь мосты. Трудно забыть прошлое, я знаю. Удобная женитьба, символ союза на Брайде и Далмаске. Вот как рассматривают наш брак. Правда ведь? Эти роли, что нам приходится разыграть, должен признать, утомительно. Я буду играть свою. Я бы не предпочел никого другого. Это был твой выбор, но все же не отдавай свое сердце камню. Ты слишком сильна для этого, принцесса. Я надеюсь, ты прав, Батлер. Стич, здорово. Вот смотришь эти ролики, прямо ощущаешь обещанность 12-й финалки. Отличная игра. 13-го нет. Надеюсь, 15-й вернется старый дух. Я тоже надеюсь. И перевод 4,5 из 5. Но сегодня как-то пока вроде не очень получается. Раньше было лучше. Привет, Коля, когда все это закончится? Вон сегодня Илья набрал 500 онлайна на Silent Hill. Даешь резика. Ну когда же ты поймешь, что я играю не ради количества зрителей? Если бы я хотел играть ради зрителей, блин, проще было бы играть в какие-нибудь танки. Разве нет? У меня все хорошо. Че ты за меня переживаешь? А 12-й финалка офигенно. Блин, куда сейчас идти-то? Вообще, куда я иду? Где там карты мира? Ага, ну я вроде как двигаюсь.
в нужную сторону. Вот куда-то на северо-восток. Не нужно. Нет, не надо. Не надо меня учить в танки, я как-нибудь обойдусь. Вот вообще меня туда не тянет. А, есть все. О, Этернал. Привет. Дивиан. Дивиан. Обязательно. Спасибо за 50 рублей. Я знаю, ты ждешь, когда я пройду наконец эту финалку. Да блин, не, нахрен нет тут птицу. А, вот еще и тупик. Да блин. Да ну у вас, нахрен. А здесь может быть вообще тупик, да? А, здесь вообще тупик. Сюда и наверх. Ты же как-то спрашивал, не играл ли ты в FF тактику, ты сказал, что не играл. Еще раз тебе хочу посоветовать ее попробовать. Она супер, возможность играть PSP версию. Я с удовольствием бы попробовал. Когда у меня найдется на это время. Обязательно попробую сыграть в тактику. Блин, опять убили Эш, а? Вот она достала дохнуть. Я не знаю, в чем там прикол. Я их запускал минут на 20. Блин, это вообще не очень. В принципе, танки сейчас уже поздно. Бегать надо. Хорошо. Ладно, смотри, как подойти. Просто танки тебе дадут сразу все. Танки тебе придет. Куча народа, а там тоже как их удержишь, какой своей фишкой. Вообще на самом деле на чем угодно можно вылезти из этого харизма. Умею, конечно, нет. Ой, динозавр. Мель. Ну, вполне сыроватно. Ой, блин. Вот он... Завалил. Вот гад. А я, наверное, не убегу. Я убегу. О, убежал. Ух, чуть не сдох, а? Как, 13-ю финалку отношусь? Да никак, мне не понравилось оно. Ну, именно 13-я мне не понравилась. Короче, играть мне неохота. Мы хотим тебя больше, если будет много онлайна, будет больше доната. И ты чаще радоваться будешь. Но просто у меня, как бы, кроме стримов, есть еще жизнь. Я не готов пожертвовать всем ради стрима. Так, ну все, походу. Это не на PS, это на эмуляторе. Ну, вообще она выходила на 12 PlayStation, но на PC. Она скоро выйдет. Ремастер версии в следующем году еще. Кого-то FF не зацепило, кого-то танки не зацепило. А мне радует, мне прям эта финалка очень нравится. А, блин, птиц достал. Ладно, если даже вот попытаться его завалить, это значит, что надо сделать? Это надо включить гамбиту Фран, как минимум. Вот этот.
летающий сбивается молнией или... Блин, чем сбив... Блин, чтобы узнать, чем сбив... чем он... к чему он слаб, нужно, наверное, еще какой-нибудь этот либру использовать. Есть же у тебя такая техника? По-любому есть. Нету? Так, а у тебя нету. У тебя вообще такой техники нет. Никакой нету техники. Так, а по-моему есть какой-то аксессуар. Правильно? Будет пока на значок, нет? Нет, нифига он не показан. Ну как это делается-то? Вообще надо с этим разобраться, надо это вспомнить. Да не в деньгах прикол, ему нужен комп нормальный, чтобы играть в последние игры. Мне... меня не комп останавливает уж, это точно. А, и много сообщений. Точнее, скинул камень в спину 10 миллионам танкистам. Это, наверное, не я. Выбор техника. Ну вот у меня ее что-то нет. Ее надо, наверное, где-то на доске найти. Там амулеты всякие. Ну, ванна, блин, куча техник должно быть. На в 13 за всю игру можно только 4 эликсира получить. И если их потратить, то 64 охоту на 5 звезд будет адски трудно сделать. А купить их что нельзя? Так, привет. О, гаджет, привет. Привет, привет. Либра, блин. Где мне ее найти? А, вообще, блин, может у него и нет никаких таких техник. Вообще спокойно может быть. Кольца. Рибон. Мечи, щиты. Нет у него ни хрена никакой либры, это уже слишком крутые вещи. Он хрен знает, у кого она. Либра. У кого она может быть? Белого мага. Хрен этого летающего завалишь нормально. Моим даже, наверное, не экипируешь дистанционное оружие. Вот Ван может что-нибудь? У меня только мечи. Пушки он не может осилить. Только мечи. Ну, блин, если подключить сюда батлера... попробовать, да? Заранее его прокачать. У него все-таки целых 900 очков. Ждал мы любим Дэнди, а там был повтор игры, которую Коль проходил на кухне у Пашки. Я не проходил ни Градиус, ни Остров, ни там Часайт Покет. Что там еще было из последнего? Все, новые игры-то, на самом деле. Серьезный Сэм, кстати, да, серьезный Сэм офигенен. Вот, прокачивать его. Один эликсир находишь, 3 других получаешь путем разбора 3 прокачанных докторских амулета. Заморочки. Надо ремув. Повысим. То он все на магии. Блин, конечно же, он маг. О, ХП.
За 20 можно купить. КДКП, ХП полная. Вот, кстати, какая-то техника. Ну, это нифига не либра. Это нифига не либра. Слот гамбита. Амулеты всякие. О, вот физическая атака. Где? Тоже не либра. О. Этих нифига у меня нету никаких арбалетов. К сожалению. Да, вот здесь, наверное, еще есть. А, даже у меня первый арбалет вообще. Что он там будет наносить? Надо будет купить себе нормальное вооружение. Ну, кстати, нормально его так прокачал. Я надеюсь. Будет неплохо. Хотя, блин, с первым арбалетом. Подстой. Какая магия, блин. Ну, вообще магия есть. Именно магия. А, вот. Можно попробовать слоу какой-нибудь, да? Disable. Что-нибудь на него наложить. Будет ли только это работать, хрен знает. Да все, наверное, на этом. Так сильно. Все, короче. Батлер. Ван, наверное, убрать. Блин, ван красный. Это бесит. Да прекращай быть красным. Красный, красный. Когда красный, блин, его не поменяешь. Как это нормально отключить, хрен знает. Так, ну сколько? Блин, 800 всего лишь у него. Он, знаешь, как поддержка. Он, правда, будет убивать с одного, с одной тычки все равно, скорее всего. Да я предположил, я сказал, что произойти может все что угодно. Я могу даже до февраля пропасть вообще. Это может произойти вполне, почему нет. У меня пока таких планов нет. Ну, кстати, сейчас да, сейчас он дохнет хотя бы. А. О, завалил. Нормально. Можно вместо ванны пока батлером побегать. Дино. Минут к Дино нужен именно ван. Потому что у него, блин, всего лишь пол хп осталось. Нормально. Да вы достали, блин, убивать. Нужна прокачка. Распыляются на кучу разных. Очень быстро все происходит, когда ты... Когда ты на ускорении играешь. Ай, там, Феникс. Эш. Хватит мне еще на один феникс, нет?
здорово. Ясно. Все плохо. Не стали преследовать. Какой смысл этой игры, блин, адвенчура, РПГ? Какой может быть смысл? Приключения. Главный смысл в этой игре. Кончается Феникса. Куда он идет, что нужно сделать, кого убить нужно. Здесь происходит конфликт между разными государствами. В частности, Аркадий завоевывает соседние королевства. Появляется принцесса нашего, собственно, королевства, но которой нельзя появляться. В общем, как очень сложно, очень долго рассказывает. Смысл в том, что мы помогаем нашей принцессе зайти на трон. Это вкратце. Блин, вот урода. Я ж посмотрел на карту, бросил. Могу еще даже показать. Вот World Map. Вот видишь, мне нужно вот сюда, в Аркадию. Я вот иду из Рабанастра в Аркадию. Уже полпути прошел, даже больше. Сейф, слава богу. Прямо от души отлегло. Привет, Кирилл. Девушки на каблуках. Они же привычные. Они вполне могут и очень быстро бегать. Нагорье. Чита. Не, ну, в теории можно бежать, а их отбегать, но качаться это в любом случае надо. Потому что там будут дальше боссы. Сайленс наложили, вот сволочи. Чем менее ты прокачан, тем будешь больше страдать. Все очень логично. На самом деле не знаю, насколько интересно ее смотреть. Не, может быть, когда еще ролики идут, ты сюжетик смотришь, еще хоть как-то, но просто когда ты бегаешь, прокачиваешься, наверное, не очень. Но без этого просто никуда. Часть игры. Какой только гадость они на меня не кидаются. Сайленс. А ты можешь его вылечить какой-нибудь своей, чем-то там лечишь ты и сумми.
Да, нормально. Ой, Мальборо, ой, Мальборо, ой, гады сейчас будут. Просто вынесли, блин, еще 4 штуки. Охренеть. Так-то надо валить. Молодец, я полечила. Да беги ты. Беги. Не отстают. Какие шустрые. А вообще вот что есть. Дойду до Аркадии, наконец-то зайду в нормальный оружейный магазин. Ты хорошо владеешь английским, вот такие познания. О. Много-много лет я изучал английский язык, видишь? Достиг практически совершенства. Ага, лед вообще им ничего не наносит. Так. Гамбита. Ну, блин, ну вообще они растения. Следуя логике, огонь должен их хорошо бить. А теперь они сами убегают. Все равно ноль, а? Что еще может быть? Water. Aero, может быть. Во, да, нормально бьет. Вниз, короче, в любом случае вниз идти. Блин, там еще дракон гадский. Может, они спрашивают, чем игра похожа на Battletoads. Сейчас-то идем нормально. Так-то вообще хрен поймешь, на самом деле, в какую там сторону. Но по дорожке можно идти. Во. В степи Цероби попасть можно. А что там в степях-то Цероби?
Листовка. Ужасная опасность нависла над пещерным дворцом Сокина. Призываем крепких охотников всех рас и возрастов избавить нас от этого бедствия. Внимание, это не официальный заказ, поэтому он не будет указан в справочнике клана. Направляйтесь на восток, к месту, которое называется Высокогорье. Оттуда пройдите на поля Вечности, где есть вход в Сокин. Чудовище, которое вам нужно победить, находится внутри, и многие охотники пытались их победить. Все выбегали обратно, побежденные. Точного описания монстров нет, да и охотники ничего не говорили, чтобы положить конец этому бедствию. Я решил вывесить заказ на охоту, члены кланов не приняли мой профессионально написанный заказ, сказав, что его исполнение не продумано и простовато. Они хотели, чтобы я его переписал. Оскорбленный до глубины души, я забрал свой заказ. Потом я нанял двух охотников в побережье Фон, малодушные трусы. Пока мы с сыном ждали их у входа, они выбежали, помчались мимо нас, совершенно не обращая на нас внимания. Придя в ярость, я погнался за ними, мне удалось поймать одного из них, но он лежал на земле, от него совершенно ничего невозможно было добиться. Хуже всего то, что я потерял сына из виду. Так все и было до теперешнего момента. Все поняли, очень хорошо. Сейчас я призову своих слуг из Аркадиса, они будут искать моего сына, а вы тем временем идите в пещеру, вот ключ от того места, где чудовища могут находиться. И вот он ключ. Очень известная охота. Так, короче. Мне надо... Тут нифига не показано, да? Но у меня еще не открыты ведь эти, да? Или это в этой области где-то Хайлендс? В любом случае пока ничего не открыто. Надо найти эти локации. А, вот Хайлендс, да. Здесь. На поля Вечности. Надо найти здесь вход. Поля Вечности. Выражение при чтении интонации. Я иногда пытаюсь, но у меня не очень получается. Плохо. А, да, точно, Костя, сегодня же праздник, День народного единства. Все люди братья. Ом-ом-ом. Так, ну до хрена выходов, ну сюда пойдем, чё. Да, я плохо пытаюсь. Буду стараться. Сюда, да? Во, сюда. То есть здесь. Вход в Сокин. Было против этого. Stop oil, sleep stone, во. Да кого ты, блин, лечишь? Точно. Все, норм.
Или только вам колется? Тут они все колятся. Ну, собственно, это пещера, да? Не знаю, хватит нам сейчас вообще сил эту охоту выполнить. Это не та, где куча разных этих фруктов бегающих. Тут там помидорка, тыква. Мне кажется, это та охота. Они вроде были мощные. О, давай, я сохраню, да. Это очень хорошо, это очень прям... Вовремя. Не, Рэп, мне нужно пройти 12-ю финалку. Я обещал тебе. Ты уверен, что эта кроличья нора придет в Аркадис? Лучше быть незамеченным кроликом, чем пойманной крысой. Но если ты предпочтешь пойти и постучаться в центральные ворота, то милости прошу. Но что будет, как только мы проберемся внутрь? Разве городские и дозорные нас не обнаружат? Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы слиться с толпой. Наши имена, быть может, и известны, но наши лица нет. Точно, точно. Ты наша принцесса, а мы тебя даже не узнали. Это я заметила. А вы там все народными днями. А, народ, главное погулять вообще. Многим вообще какой праздник. Ну что, не работают. Выпить можно. Ой, блин, гадость. Как-то бежать. Аккуратненько. Сундучок. Ну, не то чтобы, наверное... На мой взгляд, не очень сильные различия. Ну, так, чуть-чуть совсем. Ага. Кто там? Ну, Голден, здорово. В этот бок. Вот тот. Сколько раз... Блин, вот жесть. Сколько раз пробовал... Ничего хорошего. Нет. Да, блин, вот отстой. Феникс окончается. Жесть. Сейчас завалят. Как бы не сдохнуть. Опять проблема. Как бы не сдохнуть. Вот что значит непрокачанная пати. А, не на ту кнопку нажал. Да, куда? А, я... Ладно, я спрятался, окей. Хотя бы меня не видно. Так, нужна Эш, чтобы сэкономить Феникса. А, блин, нужен живой лидер. Естественно. Какая часть самая лучшая? Тут можно спорить бесконечно. Мне 9-я больше всего нравится. Фран, еще и не заменишь. Никогда не играл. Ну тут как бы все части очень разные. Все зависит от того, что ты любишь, какие вселенные тебя больше привлекают. Сеттинги, так сказать. Эта часть вот похожа чем-то на какие-то Звездные войны и всякие тут политические интриги. Ну тут даже не в этом. Тут главное, что, наверное, самый большой мир изо всех вообще финалок именно здесь. Очень много всего, всяких оружий, всяких... И очень интересная система гамбитов. Мне тоже понравилось.
Такого тоже не нет ни в одной финалке. Ты с женщинами увлекаешься? Ну, это можно делать и не в празднике. Конечно, я девушек люблю. Больно бьет. Так, курица. В степях Цероби в сундуках лежит вся последняя экипировка и оружие. Только эти сундуки появляют с Фрэнси 20%. И достать в них экипировку можно только диамант. Но это нам еще надо диамант найти. Армия там только с Фрэнси 5%. Появляется 20% и вытащить 5%. Как-то не очень. Ну-ка, откроет мне ключ-то. Рыжих. Рыжик лучше, чем блондинки. Еще такие с веснушками. Да, особенно японок. Японки тут, конечно, вне конкуренции. Так, что тут за босс-то? А, да, действительно, эти 5 фруктов. Так, ну... И они разбежались, отлично. Ну, одного мы даже почти завалили. Ну, не, они какие-то слабенькие. По-моему, после этого будет какая-то охота или будет какой-то пост секретный. Они будут намного сильнее. Я, конечно, могу путать, но... Да, что-то именно так. А, там Феникс, Эш. Антидот Фран. Так, можно, кстати... Ах, да, разбежались они. Хотел викинг, может, думаю, убить. Да. Они, главное, знают даже на кого что накладывать. Сволочи. Да блин, я же почти вылечил, а? Почти успел. Надо разводить Эш. Эш, Кичуми, убирай тебя. Так, она... Ну ладно, она хотя бы проснулась. Так, давай лечим по-бырому. Ванна воскрешай. Д
Да чё ж, блин, ты такая тормозная? Почему так долго это всё, а? Так. Так, где пати? Да что? А, мне сбили крикинг, серьезно? Ну давай! Ну давай! О! Новых покемонов? Не, новых не играл. Локации. Там они крутые. И лебестарии нужно по 4 штук каждого. Так, давай, давай, рис. Давай. Рандом. Помоги мне. Хотя. Ладно, еще одного убил. У нее еще и слово. Так, ладно, пати. У этого есть квикинг. Давай. Смотреть может быть не очень интересно. Ну, что делать? Ну блин, это тоже мне дает возможность полечить, потому что они подбегают, у меня остается одна эш какая-нибудь, блин. А, была же. Какой это был реквест? Ну, он был? О, ну наконец-то у меня хотя бы есть массовая атака. Так. Пати. Блин, батлер. Свались. Можно еще
ран вылечить. Ну раз фран на еще мы завалим одного, по-любому завалим. Какие фильмы стали забывать? Ну что тут на этом боссе у меня вообще не получается нормальной цепочки. Вообще не так. Блин, ну был уже другой. 4, я думаю, по-моему, самая большая. Я удивляюсь, как они дохнут при этом. Ну что, последний остался, гаденыш. Слава богу. Из которого фраза «это был душ»? Это был душ. Я тоже не знаю. Из какого-то фильма. Ах, бедняжки. Я тоже, скорее всего, я не смотрел. Ящики собирать, где-то они тут валялись. О. Служебный роман. Это был душ. Где? Где такое? Ну, а, вот, да, еще один был. Ну, и все. Мне кажется, здесь этот Хелвирм где-то расположен. Почему-то мне этот очень сильно напомнило. Предпоследняя охота перед Язматом. В конце фильма. Не помню. Я не один раз его смотрел. Не помню такой фразы. Опять он входа кристалл. Он еще и лечится, вот говно. Это, походу, будет продолжаться, пока у Эш не закончится мана. Мана. Расшири окно? Мое, в смысле, вебки, что ли, или что? Побольше, что ли, сделать? Вот так? Да, а чё его побольше делать-то? Я вообще не уверен, что здесь нужна вебка. Ну, кстати... А, Бдунгат лечится.
у Франа уже закончилась магия. Бы квикинг бы сейчас какой-нибудь влепить, но хрен ты его влепишь. А, у него, наверное, тоже кончилось. Нет, лечится тоже говно. Надо Фран, наверное, съесть что-нибудь. Давай дохнем. Викинг нужен. Значит, два феникса осталось. Я пикселюсь. Пропорция очень маленькое окно твое. Немного расширь. Если, может, меня увеличить или что? Может, как-нибудь вот так сделать. Вот. Оп. Вот так вот. Оп. Ну, например, так. Не знаю, что вы еще на меня смотрите? Что, это красивый, что ли? Пенелла. Конечно, надо оставить. У меня по-любому ведь еще три квикинга может сработать. Делай как девушки, а как девушки? Не помнится. Подожди, это самый запоминающийся момент. Душ. Вообще не помню такого. Каких стримах девушки сиськи показывают? Мы не на этих сайтах, Голден. На меня такое посмотрите, чем они не смотрят. Вот я до сих пор удивляюсь, если честно. Сорян, не за куда-то. Я прошел этот путь. Если вдруг на меня что-то нападет, тогда я к Пашке приеду. Причем я на самом деле сомневаюсь, а что там уже рассказывается? Там уже вот институт, все дела и взрослая жизнь. Нормальная цепочка, нормальная, офигеть. Ну ладно, 10. Ваша лайф будет определенно. Надеюсь, я к нему. Блин. В общем, после Нового года поехали сделать. Думаю, пока. Давай, давай. Чуть-чуть ведь осталось. Ну давай. Мне бы сейчас вообще поменять. Ну ладно, она сдохла сама. Уф.
Ой, сука, остался их полечить. Меня не слышно? Ну, об этом надо было сказать пораньше. Потому что у меня эта игра стоит на 14. Я на ней всегда играю на этой громкости. Давай поставлю 10. Ну, просто раз никто не жаловался, то, наверное, все было нормально. Кстати, вроде на боссе так плохо получалось цепи, потому что в квиках были только два персонажа, так как успевали одного усыпить. Да нет, три было. Ну, три как бы строчки. А, нет, подожди, два. Атакующий еще один, да, да, точно, два было. Сволочи. Ну, слава богу, я их убил. А, ну это просто зомбики. Даже на Алиэкспрессе купить адаптер за 157 рублей. Неужели вот это прибыльно? 157 рублей адаптер. Так, мне нужно Сайленс убрать. Да. Спашка, когда коллаборации. И когда Мемрис. Я не услышал. Я сказал, если на меня кто-то укусит, когда я к Пашке приеду. Может, Пашка если укусит, я заностальгирую и запишу третий меморис. Но у меня нет в планах. Я просто даже не знаю, что там делать, как расширенную версию прошлых меморисов. А в другом случае это как бы уже совсем новое время-то. Уже не так интересно. Уж совсем не для киномании, я думаю. Там переходник, два джойстика с PS1. PS2 входом под один USB. Опять мы ее завалили. А фениксы у меня кончились, да? Нет, еще один есть. Блин, вот уроды. Сразу ее завалили, а? Мне придется бежать к кристаллу. Расширенная версия только на дисках. Мне вот что-то лень вообще, в принципе. У меня просто даже... Нет настолько много, наверное, воспоминаний, как у Пашки, чтобы 40 минут про одну игру рассказывать. Ну, наверное, наберется еще, наверное, каких-то историй, моментов на один меморис. Просто вот так вот из разных временных периодов. Но это уже никакой линии повествования нету. Просто будут различные, набор различных историй, совершенно никак не связанных. Так себе, по-моему, да. Серьезно, и Эш опять убили. Да чтоб тебя. Чего ж ты такая дохлая?
Я же почти дошел до Аркадии. Так. А что у нас по карте-то там? Нет, надо на мировую глянуть. А, в общем-то, да, из выхода из этой пещеры есть уже Аркадия, но... Попробуй из нее выйти. Так, теперь здесь нет зомбиков. И как они могли вообще зомбики убили? Какая же, блин, она лошара. Надо ее взять вообще под охрану. И как-то держать вдали. А-а-а. Ой, блин. Короче, будем сейчас туда-сюда бегать. Скину момент. Ну, хорошо. Хорошо. Под конец фильма он там пытался сначала оправдываться, потом психанул, да? А потом они уехали в такси. В машине. Нет, в такси. Где там про душу вообще было? Ну-ка сюда глянуть. Нет, не сюда. Вот сюда. 200 очков. Может что-нибудь прикупить. Угу. Крутяк. Крутяк. Ух ты. Да, еще даже на это хватает. Вообще 3 слота увеличения мощи. Для Фран. Блин, я бы не хотел, чтобы у меня хп было критично. Вообще никогда. И всякая фигня. Можно вот эту купить. Что такое же это, блин? Это же хрен знает, где их хп купить. Нет тут нигде ни хп. Магия. Физический дамаг. Вот где хп, но, блин, до него не доберешься. Аж лучше тогда. Вот это. Перед такси. Ай! Господи, я вспомнил. Он когда плюнул на нее из бутылки водой. Я бы, блин, мне вообще эта фраза никак не запомнилась. Ну вообще ванну прокачали целых 3 слота физического урона. Может поможет. Но там был какой-то жесткий вот этот летающий. Нет, этот лошара. Ну, нормально, блядь, вообще отлично, можно сказать. Так, зомбиак.
Стой. Теперь тоже назад будет сложно вернуться. Минус Эш. И нет у меня фениксов. Ничего у меня вроде бы. Но это при живом персонаже. Это Дэнди? Понедельник. Понедельник точно будем вечером. До Аркадии-то дойдем. Не, ну можно, конечно, аккуратно играть. Я думаю, в этот раз так и нужно поступить. Не играть это на скорости 4x. Потому что так вот Silence ее убивают, она никого не лечит. Да. В чем красота финалки, кроме роликов? Красота. Во всем, в музыке, особенно в музыке, кстати. В истории красиво. Ну и визуально, в общем-то, она очень классно выглядит. Это же игра специально сделана так, чтобы она была красива. Какие-то подозрительные враги. Интересно, насколько они мощные. Да, достаточно мощные. Сейчас убьют Эш, урода. Она трепла. Ну, теперь можно долбить. О, вред, здорово. Ты пришел поинтересоваться, когда же я выполню твой реквест? Отстойный, отстой. Ну, напомни. Напомни. Это
Ходи ты. Ага. Бесполезно. Ну почему бесполезно? Чё же, я никогда, что ли, не выполнял ни один реквест? Только ты ко мне приходишь всегда для того, чтобы напомнить. Разве нет? Мне же твое появление ассоциируется с реквестом. Дверь откроют, нет? А, много текста вон. Так, может сюда зайти? С этой стороны. Но там все равно не все зареспавнятся. Ко мне вот не приходишь. Ну... Сорян. Есть такой косяк. Держать позади. Нет, только не трогай ее. В общем, пробежим и все. Нравится серия God of War? Ну, в свое время я прошел первые две части прям с удовольствием. Третья уже как-то. Как-то так. Ну и что-то больше нет желания играть. Не знаю, что... Есть, наверное, и PSP две части, я до них не добрался. Ух, ё... Можно, знаете, что сделать уж? Вот так. На всякий случай. Мельштормом ее. Его. Вроде предлагали выяснить. Не твой распорядок дня. Он неудобен, то есть зрители тебе сделают новый, более хороший распорядок дня. Если не поберутся. Тогда мне нужна зарплата будет. Да блин, вот отстой. Слишком быстро щелкал. Хотя бы эквивалентной моей сегодняшней. Ну просто я не верю, что вы долго выдержите. Мне нужны гарантии, это значит, мне нужна годовая зарплата. Я как жар прям начинаю. Сколько нужно денег, чтобы не работать год? Так, выход. А, я помню, какие тут загадки были, да. Простой враг, блин. Потому что, блин, я боюсь все сейчас слить, а он жесткий был. Мне казалось, он очень жесткий. Я хочу просто дойти до Аркадии уже.
Не хочу тут никакие загадки решать. Я просто убегу отсюда нахрен. Ну, да отвали ты от него. Это к вопросу о том, какая у тебя должна быть конфа и когда. Я просто... Ну, не-не, это я читал. Это я понял. Блин, босяк, да? Босяк. Лич какой-то жесткий. Он мельник-то викинг на него. Какой я молодец. А, там есть какой-то этот... Эликсир. Восстанавливает все. Эликсир, да? О, Эш. Мист. Викинг. Ох, не на одна год жизни. Наверное, хотя бы тысяч. Ну, 1600. Блин. Почти все время просрал. Еще образ на P2 на рутрекере. Может, его целебными магиями, но хрен знает. Можно попробовать. На сходку? Я пока точно не знаю. Ничего не знаю. Так, кому поеду и куда. Специальный сайт, ну, может, он и есть, но я его не знаю. Шестьсот зачем? Ну, чтобы я полностью посвятил себя стриму. Чтобы забить на работу. Ой, как слабенько. Ой, как слабенько. Ну, сейчас тогда, знаете, что попробую? Реально вот. Юр. Что там, R1, да? Так, а почему? А, вот. Походу, реально. Magic White. Вот этим вот его. Нет, иммунитет. Может, мне просто показалось. Doom. Нет, не item, magic. Суна. Есть какой-то просто ворот, есть противоречивый. Я нет. Все очень это, последовательно. Ой, конфьюз. Лошара ван. Блин, Дум не лечится, да? А, я, господи, я ванну лечил, а не... Вообще. Ванну все равно нужно полечить.
Блин, их два. Вот отстой. Господи, они их еще застанили. Это будет жесть. Способ посвящать себя стримом, то денег только на еду надо. В смысле только на еду? Чё ж я буду сидеть безвылазно дома, ничего не видеть, и только мне будет хватать на еду? Я так не согласен жить. Блин, так меня сейчас убьют ведь, а. Пати Эш пока уберем. Достанем батлера из-за пазухи. Вот ты достал. Конечно же. Конечно. Ах ты, блин, был же. Я сказал полностью посвящать. Ну, я сказал, да. Нет, так полностью не согласен. Я передумал. Я не помню. Да по-любому есть что-то такое. Да, по самому конец появился. Конечно же. Сколько там жизни, блин, осталось? Ого. Здорово, пеликан. Очень мало отнимает, очень мало. А чё там, ремеди, да, лечат? Не лечит он дум. А чё там? Чё там дум лечит-то? Sleep confused, stop oil. Нет, такого тут нету. Они ещё всех отравили. Вот урод. Не, я его сейчас не убью. Сейчас он меня нагнет. Ну, еще, конечно же, есть Пенелла. Последняя наша. Звездочка. Квейк. А, господи.
Главная шутка. Да? Ни хрена не получается, нормально, цепочка. А, надо выучить на доске, понятно. Нет, ни хрена не выучено. Так, чё, Фран достаем, да? У неё, правда, тоже Дум. А это... Так, и где ты, блин? Блин, он там трётся, сейчас ещё полечится, да, говнюк? Кайсуна не лечит, да? Ни хрена. Ну, Дум не лечит, да. Даже не Ван. Ты сама давай перечись. Блин, два уже. Вот отстой. А у меня даже Феникс Даунов нет. Ну и как я теперь их всех убью? Никак. Ой, сейчас в Дум улетят. Ну, короче, все, фейл. Давай. Короче, бегать, прокачиваться. А можешь, блин, назад тоже не сбегаешь. Не, ну можно назад, конечно, сбегать. Тогда придется опять через эти пещеры тащиться. Походу, весь сегодняшний стрим будем до Аркадии идти. Я надеюсь, мы все-таки до нее дойдем. Еще час остался. Мне бы экипировочку хорошую. А еще, наверное, попрокачивать всех надо. У меня же там весь... Или я их прокачу... Подожди. Нет, не всех, вон. По 1000 очков у них висит. Бесхозных. Так, тебе я тут все повысил. Угу. На завтра нет, на завтра я поеду. Стас приезжает, Хохел, и он собирает там народ всякий разный. Что я поеду в Москву тусить. Там всякие пиксель-девилы приедут. Надо съездить.
раз уж пригласили. Нет, у нас один, ну кто приедет? Я на самом деле не знаю, нужно мне вот Поушен тот же. О, Зодиак. Найти бы его только. Не, не Соломонов. Броньки есть, которые у меня есть. Надо хоть тоже пооткрывать, что ли. Шантаем на 10%. Ну да, берем. Вообще интересного нет. О. Квикинг. Пойсон. Ну, вот в эту сторону теперь двигаемся. Confuse Oil. Ну ладно, пусть будет, вдруг понадобится. Ну да, у меня уже все. Пенело. О! Ну это, блин, именно у Пенело. Он еще 310. Гамбит слот. Экшн тайм, ну давай. Все. Нахрен. Здесь ничего интересного. Ага, шанс блок. Ну давай. Со щитом. У нее, кстати, щит-то вообще есть. Блин, 115 стоит. Не дотяну. А вот, 350. За 100 очков. Ocean. Угу. Magic. Что вообще за Magic-то есть? Все, 65. Не хватило. Фран пошла на босса с голым посохом. Да, у нее мана, у нее очень быстро кончается. Мана. Очень быстро. Так, надо еще, кстати, экипировку глянуть. Оптимайз.
Щит у нее есть, так что все норм. Здорово, Рокки! Здорово. Ну, блин, если возвращаться... Возвращаться сюда и сюда. И... А у меня камней телепорта сколько? Где тут? Инвентарь, да? Не здесь. И один! Только в одну сторону, короче, могу вернуться. Хрен знает, как это будет проще. Вернуться туда. Потом еще нафармить камень телепорта. Или попрокачиваться тут. Мне кажется, надо вернуться. Слетать туда-обратно будет намного быстрее. Чем... Ну сколько я тут, блин... Много, что ли, очков установлю? Да, блин, следующий себе апгрейд, он до хрена сейчас стоит. Ага. Очень интересно. Не очень играть на таком ускорении. Ну ладно, меня хотя бы не с первого удара, он нормально, у него теперь защита. Блин, слетать что ли? Охота повыполнять. Но тогда мы точно до Аркадии не дойдем сегодня. Ну, блин, я лично не убью. Погнали, короче, Робонастер. О, курсор. Это все из-за него. А, в летающих кораблях продаются, да? Которые между... Между Гоми. Гоми? Ну, погнали. Блин, почему у меня один батлер бегает, в конце концов? Смотри, бэш. Ой, какой он слабак. Ах ты, блин. Охренеть. Да завались. Ну, я не это имел в виду. Какой там босс, блин, меня эти валят? Обычные мобы. Куплю себе 1000 этих феникс даунов. Загрузки эти. Беги туда, беги обратно. Так, мне не сюда ведь, да? Это я по старой дороге пошел.
За эту фильм бегать не мы любим финал. Да, так проходит примерно 90% времени в финалках. Быстрее, ну давай, грузись. И когда он один, он лошок. Вот когда их целых три прилетает. Надо их ловить. По одному. Господи, боже мой, да что же она дохнет-то постоянно? А я без нее не добегу. Не, ну можно, конечно, попробовать с лечилками. Ну, блин, это еще так нудно. Они лечат мало. Надо следить за Эш. Надо следить за Эш. Я заперт. Я ни в одну сторону не могу попасть, ни в другую. Нет, это просто еще я таким способом играю, чтобы типа пробежать, пробежать вон на 4-кратном ускорении. Можешь играть аккуратнее. Так, а чем вот они бьют-то, кстати, магией или физикой? Такие непонятные. Наверное, магией они бьют. Можно вниз пойти, да? А, мне вниз-то и надо, вниз. Кстати, мы, наверное, охоту можем тут сдать, да? Тому мужику. Привет, киноконформист. Где зрители? Так это же финалка. Все, кто хотел финалку, все пришли. Вообще, можно как сделать? Вообще, ее убрать. Нормально справились. Так, это вот так переключи. Когда будет следующий выпуск на кухне? Когда я приеду к Паше? Ничего не поменялось, все осталось так же. Так, берем пенал опять. У него сет. А, это какое-то мишенье оружие, да? Накладывает. А,
старушка вляпался. Панел, я вызываю тебя. Кто-то, блин, Эш, в смысле. Чтобы полечить. Да. Ну вот нормально. Я уже двух боссов не завалил. Бомбу туда не завалил. Пошел другим путем. И тут еще и лича завалить не могу. Ой, блин. Еще и третья вылезла. Блин. Ладно, тут дверь хотя бы не надо открывать. Да уж, тогда я точно не уложу 10 стримов. Если у нас будут такие прохождения. Здорово, Алекс. Пока туго идет игровой процесс. Все, что ли, Франта больше лечить не будешь? Ну хоть они не полечились. Ох ты, ну ванна-то, жизни нет. Жизни. Давай быстрее. Потому что у меня эшник. Блин, я так ее боюсь слить. Вообще-то ее по-хорошему надо вытащить. Тут я нормально бегал. Должно получиться. Это без ее лечилов. Прям что нормально получится. О, никаких проблем. Главное, чтобы они на меня агрили. На лана. Кстати. Действительно, у Фран был просто посох. Я забыл после этих включить его, да? После помидоров. И когда я его отключал-то? Блин, когда я его отключал? Сайленс. Супер внимательность. Блин, почему Сайленс? У них же было... Ай, короче, надо идти спать. Раз так все плохо. Не зашло сегодня. Все, слово тоже пропало. Финалка не в понедельник. Но вот ее не получилось у меня в понедельник в этот финалку запустить. Пришлось играть сегодня.
Ну, вряд ли в этом проблема. Это просто я сам такой молодец. Еще змей пришел. Живи. Что-то там не было. Фран, да? Фран валит. Так, назад. Вон туда нужно идти. Еще минут 30, так, ну да, может даже чуть побольше. А может и 30. Так, есть кристалл. Так, а что вы тут? Вы мне чокобы продаете, да? А, это он этого нашел. Нашел сына своего. Ну, короче, погнали бы по Арбанастру. Не, я не осилю марафон вообще никак. Я через час усну. Я это чувствую. Так, говорите, этот, в аэропорт, да? Алекс, мне лайк, серьезно? Ну, тогда и тебе спасибо. Короче, где-то здесь, да, на кораблях. Мне нужно прямо сесть на корабль, да? Куда-нибудь. Допустим, Буджергу. Не, Илья. Это запись, просто я сделал такой супер монтаж. Я знал, что ты это спросишь, и я состоит из кусочков. И сразу же мой ответ тебе выставляется. Как дела? Да и все нормально. Я не жалуюсь. Все хорошо. Я тоже элитную охоту почти все сделал, кроме Язмата, в свое время. Так, во, шоп. И да, действительно, телепорт стол. Ну, надо закупиться. 30. Если Винс, ну пусть тоже будет. Не помню, зачем они здесь. Для приманивания. Для приманивания чокоба же ведь. Но что-то не помню. Тут приманивание чокоб. Стоп и ойл, да? Ну, у меня они есть. Можно, кстати, всякое попродавать. Вот как быстро-то. Подожди, Гисхол Гринс же тоже здесь, да? Да. Но она внизу. Ладно, тоже не продать.
Да, он, если ты, в смысле, из мата имеешь в виду, то он намного, по-моему, дольше бьется, чем 3 часа, нет? Хелвирм я бил, по-моему, часа полтора, а из мат, кажется, валится вообще часов 5. Хотя это, конечно, от прокачки еще зависит. Куча денег. Так-то. Потратить только их куда? Где, блин, шмотки купить нормальные? Какие-то там шпяки. Купить их, не купить. Чего это все такое? Шапки всякие. Броньки. Ну, в принципе. Ух ты! 25 фингов. Шикарно просто. Это же то, что нужно. Вот это норм. И это норм. Так. Точно у меня, да? Да, 25 штук. Нормально, все, погнали. Это надо к ней подойти, да? А вообще, тут же лук лежит. По-моему, как раз-таки его вот здесь брать. Здесь надо куда-то выйти. Куда-то сюда. И, по-моему, он... Где же он лежит? Где-то тут, что ли, он лежит, в этом углу. Невидимый сундук должен быть. Не помню. То ли здесь. Кто помнит, в каком он тут углу должен лежать? Табличка. Да, я помню, что сундук невидимый. Не смотрятся меньше, чем за 50 минут и первый раз за 1,5 часа убивал. Это как? Я 1,5 часа и Хелвирму убивал. Может, не полтора, но час я точно его убивал. Прямо по центру. А, вот здесь, да? Ну, не повезло. Не в этот раз. Сколько там шансов этот лук получить? 0,02% или что-то такое? Куда-то мне заходить-то? Сюда? Понимаешь, что там пишут? Ну, в общих чертах. Ну, если сесть, так вот, вчитаться, пару слов перевести, тогда да. Куда там? Где-то моя каюта-то? Попробую еще раз. Ну ладно, еще раз. Тут к тому же есть ускорение. Ух ты. А это что, сдувает ветром, что ли? Чуть-чуть такое было только что. Как он так боком бежал? Шанс он только 1%, шанс лука тоже 1%. Значит, 0,01. Потом надо подойти-то. Анимация бега сломалась. К этой, что ли, да?
Все диалоги. Ну, я сюжетку читаю. А, так, чё? А, тут, кстати, по-моему, какой-то квест, да, на счет писем есть. Не, сам я просто очень долго буду это все переводить. Да-да, квест насчет писем. Тут вроде нужно... Что надо-то? В разных аэропортах, да, по-моему, встречать этих теток. Квест кабины, фью. We should find the cabin. My list. А ты что тут плачешь? С Брамином, ну. Может, не с этими? А, ну, короче, все, погнали. А, ну слева, да? Она говорила, слева поговори. От нее, да, она была слева. А, по всех направлениях, по всем кораблям летать и подходить к этим тёчкам, да? Вроде так. Ну чё, всё, можно лететь. Или... Или сходить за охотами каким-нибудь. А вообще, что у меня по охотам-то осталось? Раскошелиться. Ну тут, блин, денег миллион, на самом деле, в этой игре потом будет. Цена билета вообще ни о чем. Клан. Ханты. Все завершено, кроме двух. Новый какой-то. Так, Джахру нужно, да, чтобы сдать квест. Сейчас, блин, получил кучу кристаллов, так все, пошел в разнос. В 7 направлений. А что там за него дают-то, за этот квест? Так, кому там надо это сдать-то? Может, конечно, со всеми подряд говорить. Шеф Сугуму. Муглу что-то сдавал. Кстати, надо к Муглу сходить. Может, он мне всяких плюшек надает? Бар шеф нет. Вор. Да, что ли? Разница обновления с авторегеном. Ну так-то и вещь прикольная. Грейд. Это все не те.
на Endgame за это еще. За это же он есть. Всякие мужички. Вот он. Так, что вообще, блин? Прощелку я даже, что за предмет он мне дал. Все, к Муглу в Рабанастру полетели. Ну ладно, давай сохранимся. Может, шмоток даст. Классно. За сегодня я точно все камни не потрачу. А у меня есть амулет. Он же одет у меня? Нет, ни хрена, он меня одет. Где он? Вот он. Биг босс, здорово тебе. Тебя тоже с праздником, если он для тебя столько значит. Не буду, наверное. А, не дает только предметы, да, не дает шмотки. Наверное, не буду тут деньги тратить, оставлю их для Аркадия. Знаешь, что тут ничего толком нету в магазинах. Все старье. Телепорт стоун. Еще телепорт стоуны. Еще 700 гиль. 900. 1100. 1600. О, пошли. Пошли охота. Никогда гамбитами не пользовался? Илья, ты прошел игру и не пользовался гамбитами? Да ладно. Вот это терпение. Да не, Алекс, ничего. Спасибо и приходи еще. Обязательно приходи. Стояли на врага в ближней видимости. Ну, в любом случае уже стояли. Задолбаешься же тыкать. Это же еще каждому нужно тыкать. Да, я помню, тут элитная охота, да. Ух ты. Ух ты, тут, блин, вообще пачка. Да, берем все, что.
Так, а кстати, где-то здесь, да? Даже мужик, дающий квест. Ну все. Так, кто там дает там? Может, ты? Да, ты. Дальше. Теперь сходить. Там, блин. Вот к этим воротам. Так, и где-то здесь был еще один заказчик. Может, ты? Да. Могул дал мне охоту. Где они вообще? Может, где-то рядом? Блин, теперь сиди ищи, да? West, Slash Control, Situator Way. Это, короче, надо идти в подвал. Вот здесь. А, ну это же центральный зал, да? Это надо сначала в локдаун попасть. И оттуда. Что я иду сюда вот? Заходу в мулу дадут ключ для управления шлюзами. А это вот это же, да, охота, нет? Так, где там вход-то? Я уже опять забыл. Подожди, ну вот же, да? Да. Где там это? Не здесь. Так я уже с ним поговорил, у Мугла-то, у аэродрома. Так. И мне нужно... Мне нужно вот сюда. Сюда.
Да, это донатная игра. Он должен быть здесь. А, то есть мне нужно все сначала... Я спрашивал насчет того, Мугл-то какую охоту дал? Вот с этой вот шпякой? Или я же тут, я же две взял в Рабанастре. Не этот. А, ну вот. Самый низ, слева или справа, не помню. Ну то есть вот справа, вот там справа, да? Получается. Прыгает к нам. Ух ты, они тут не такие слабые. Что-то я думаю, сейчас я буду с одной тычки побивать, а нет. Ну ладно, охота на слизня. Так, здесь тупик. Куда же мне идти-то? А, наверное, все-таки не туда пошел. Или туда. Да не тут. Что тут эта хрень показывает? Блин, я уже ничего не помню. Что эта хрень показывает-то? Ладно, можно почитать здесь, что написано-то. Mouse to be found, Niva versus control. West versus control. А мы где? Central. East. West. Вот сюда надо. И вниз. А так, наверное, понизу надо идти, да? Блин, хрен тут разберешься. Охренеть просто. Поверху? А чё, по низу нельзя? А меня чё, не пустят там? Вот оно чё! Так, а как? Подожди, а тут входа наверх нету? Ну, то есть, справа обойти, да? А, это ты имеешь в виду, блин, поверху? В смысле, здесь поверху идти? А не вот так вот вокруг все карты. Блин, ну там вроде реально нету нифига. Или есть? Там непонятно. Вс.
сюда. Да, да. Угу. Там еще какие-то новые локации открываются. Сюда, сюда, сюда. Правильно? Блин, второй пошел. Так, ну короче, он нифига не лечит, не поясом. Но слово сам пройдет. Ну да, где-то здесь он и должен быть. Этот сопляжуй. Он гадости не клюнул. О, а вот он. White Mouse. Чё, квикинг ему влепить? Это что за игра такая? На свете столько мега игр, столько мне надо пройти. Да, я определенно не дойду сегодня до Аркадии. Привет, Наташ. Я усну, да ты что? Нет, у меня еще минут 20, наверное, есть. Прежде чем я вырублюсь. А через 10 минут мы уже заканчиваем. Никогда не прощу.
Блин, ну даже он меня валит. Половину отнял. Ты будешь там Вана, кто будет лечить? Я тебя для чего вызвал? Блин, у него, наверное, гамбиты не так настроены. Ну, в общем, магия. Успеет ли она вообще? Да. Придется все делать самому. Да чтоб тебя! Думаю, сейчас полечу и... Опять не успел. Просто ни хрена не дают мне сделать. Так, а что за игра тебе? Я тут заигрался и пропустил, да? Я, короче, пропустил заменить босс. А тут был сложный босс. А, Twisted Metal 2. Вот я только играл в детстве, ну, когда не была Сонька. Только в четвертый Twisted Metal с ребятами. А второй вообще не играл. Интересно, жизни у него как? Останутся, не останутся? В том состоянии, в каком я его оставил. Господи, еще... А, еще они тут. А этот не реагирует, да? Капанелла слабая. Вот Ван нормально бьет. Так, сейчас еще мы будем от элементария схватывать. Вот тут иммунитет. А, у него иммунитет к физическим атакам, да, замечательно. Ох ты, боже мой! Почему все так сложно? Ничего тут нет у меня нового. Не, нету. Короче, походу надо валить. И все продолжать в следующий раз. Он не закончили, что ли, эти? Блин, еще надо сходить. Закупиться еще надо сходить.
Где там у нас Феникс? Блин, Сайленс еще на ней остался. Еще выйди, попробуй отсюда. Сюда, да? Капец, тут всякой гадости. Не хочу с ними драться, надоели вы мне. Ага, я сделал круг. Да нафиг мы устарели. Не успел. Короче, все. В следующий раз начнем с этой охоты. Вообще, блин, мне до кристалла добежать и сохраниться. Ой, ладно, давай. Где там, чё там? Ремеди тебе, держи. Надоело. Давай хоть по одному. Выбирает Ивана уже лидером. Теперь блайнд надо снять. Хватит не парить мозг, я пойду сохранюсь. Ой, пришел. Давай лечи, быстрей, быстрей, лечи, быстрей! Быстрей! Все, они жесткие какие-то. Бегут ко мне. Отвалите, я же вообще не должна вас трогать. Я сейчас все потрачу. Ой, как вы меня достали! Как там на всех-то? Я не помню. Вроде как-то можно было, нет? Или я путаю? Но с одной Мальборой это мы справимся, я надеюсь. Все. Слава богу. Восстановил я пати. А, точно, я здесь бежал. Следом можно же ускорение пробовать.
Добрался я до кристалла. Ну, наконец-то. О, я не знаю, может мне покачаться потом как-нибудь вне стрима, потому что чё, блин. Хотя бы там, не знаю, десяток уровней вкачать, а потом продолжить. Чё это стримить прокачку-то? Я не буду никаких там сюжет проходить. Или охоты. Вот за там эту. Хотя не знаю, если это не денег будет, я, наверное, конечно, не успею. Финалку 9. У меня была идея стримить 9 финалку. Ну, просто 9 финалку я проходил не так давно, а 12 проходил очень давно. Я решил поиграть 12-го, повспоминать. Я не знаю, заставлю себя ли это сделать. Просто это у меня мысли. Если что, я всех предупредил. Чтобы не удивлялись. Все, короче. Почти нифига мы сегодня не прошли, буквально, ну я не знаю, сколько там, ну забежал я в эту пещеру, да, и застрял на последнем боссе. Несколько диалогов было, вообще ни о чем, короче. Все, я думаю, надеюсь, в следующий раз будет как-то поживее. Я постараюсь прокачивать их. Все, короче, тогда всем пока. Да. Воскресенье, наверное. Приходите на КРЦ, там мы будем сражаться за чемпионат. А потом, наверное, будет катка за Арагон. Ну и в понедельник РГГГ. Все, кто ждет Дэнди, заходите в понедельник вечером. Все, всем пока, до новых встреч, удачи, спасибо, что пришли.